Вот иной раз, знаешь, мне мама, иной раз я что-то не понимаю, и мне мама, знаешь, там давала подзатыльник, и у меня проходило, у меня реально открывался канал, и происходило через кризис просветления. И вот у нас сегодня снова, знаешь, такое случилось, как вот из пробки с шампанским выбила. Выбила, и все из тебя вышло. Потому что я даже не осознавала, кто ты, какой ты путь преодолела, какая у тебя мощь, какая у тебя сила, какой у тебя мощный канал. И вот сегодня нужно было прямо, знаешь, вот такой вот пережить вот этот вот такой эмоциональный всплеск, чтобы, да, из тебя это вышло. Я после последнего занятия думала, я думаю, я, наверное, не туда куда-то пошла, мне надо же как-то... И вот я все время это крутилась в голове, и вот у меня эти мысли, все время думаю, надо углубить вот эту тему. Супер. И вот я поэтому начала. Отлично. Вот, давай сделаем практику благодарности, откроем канал, уплотним, дадим возможность вот той информации, которая прошла через нас, как бы произрастать, и ее благословим. Твои слова благодарности. Да. Я благодарю свою болезнь, которая мне дала столько знаний, вот, и благодарю за возможность этим делиться, то, что вот сейчас я почувствовала наконец-то этот момент. Я тебе благодарна за то, что ты вот сориентировала, направила и расставила вот эти, вдохновила меня. А это дело, я, по-моему, даже зазвучало как-то. Зазвучало, конечно. Засияла, зазвучала, зазвенела, конечно. Это другое внутреннее состояние. Супер. Родная, а я тебя благодарю за то, что ты выбрала путь, вот назовем его мастера баланса жизни, что ты инвестируешь в свое саморазвитие, что ты идешь, ты действительно, я вижу, насколько ты смелая, сильная, себя преодолеваешь, идешь, не сдаешься. Я тебя благодарю за то, какая ты есть, какая ты мощь, за то, что ты выбрала путь делиться с людьми, путь дальшего, скажем так, дальшей трансформации, дальшего роста. Меня всегда такие люди, как ты, восхищают, и моя задача помогать таким, как ты, и для меня это огромное счастье. Когда вот такие люди, как ты, идут их созидать, и они ценят мою энергию, и я вижу, какая происходит синергия. Это супер. Да. Благодарю тебя, моя любимая. Тогда я буду вот это, то, что мы сказали, записывать в этом Google дневнике. Обязательно. Все конспектирую. Давай, моя любовь.